А что так быстро? Я думал, ты через час или два скинешь. Я уже достал. Я уже не поздравляю тебя. Валера, Валера, Валера. Чё, Валера? Значит, я возвращаю тебя, Валера. Валера, 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 Валера. Пидорас. Я максимально нахрен тебя осуждаю, черт ролимый. Максимально нахрен осуждаю. И что дурика заставил петь клятого. Худшее поздравление, что я слышал. Максимально нахрен осуждаю тебя, черт ролимый. Еще Ханида там поет. Максимально нахрен осуждаю. Вот это я понимаю. Вот маленький анекдот. Барак Обама говорит, у него три кнопки. Желтая, зеленая, красная. Зеленая нажал, Европы нет. Желтая нажал, Китая нет. Красная нажал, России нет. А Мелькин говорит, а вот у моей бабушки было три унитаза. Золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре. Пидорас. Я максимально нахрен не осуждаю. Сейчас не настанет. Максимально нахрен. Я тебя тоже, черт, максимально нахрен осуждаю за такие некие высказывания. Максимально нахрен осуждаю. Вот это я понимаю. Я, блядь, сказала, что негры пидорасы, негры пидорасы, негры пидорасы, негры пидорасы, негры пидорасы. Ты что, черт, я осуждаю максимально тебя нахрен. Максимально нахрен осуждаю. Из чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно. Мои котеньки, кисоньки, здравствуйте. Здравствуйте. Это Данилка, сахарный мальчик. Да я лучше буду говном пьяным, чем как ты пидорасом, блядь. Иди нахуй, да пошел ты нахрен, действительно, максимально нахрен тебя осуждаю за такие высказывания, черт галимый. Вот крутишь, это самолет. Я понимаю. Задрот от губы вышивают. Утки! Я слышал такой трек. Я максимально нахрен осуждаю черта поганого, максимально нахрен осуждаю. Вот из-за тебя чертила клятая, максимально нахрен осуждаю. Из чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно. Я осуждаю, если что, если мне послышалось, все равно осуждаю. Я осуждаю если тебя максимально, соси ногу, дуря на донате, максимум осуждения. Максимально, если что, осуждаю, я не слышал. Максимально нахрен осуждаю, быдло газера, чисто газдал хейтера. Максимально нахрен осуждаю, еще и стрим-снайперы ханицкие. Максимально нахрен осуждаю таких чертов галимых. Максимально нахрен осуждаю. Чисто черты галимые, максимально нахрен осуждаю. Из чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно. Валера, поздравляю тебя с Сахипой, с днем рождения. Спасибо тебе за то, что ты каждый день делишься с нами своим топовым контентом и хорошим настроением. Много сока не пей, ведь ты знаешь, что негр-пидорас, Я максимально нахрен осуждаю. Максимально нахрен осуждаю. Я такой терпеть не могу, максимально нахрен осуждаю.
Достали меня, быдланы комнатные. Сидит подъездная шушера, пришла в этот вот настрем. Выдерни меня отсюда! Я осуждаю это говно! Я максимально нахрен не одобряю это говно! Шоу вон, кто это поставил. Расстрелять! Да что за говно? Я осуждаю и скипаю это говно. Шоу вон отсюда, я тебе говорю. Да отвалите от меня, вы дурные, что ли, совсем? Валера, поздравляю тебя. Чтобы в твоей жизни было как можно больше Максимально осуждаю! Максимально осуждаю такие высказывания! Я понимаю! Как-то избежал. Ладно, там телепортнулся. Сегодня тебя можно поздравить. Желаю тебе поменьше хейтеров, быдла и неадекватов на свете. Чтобы в твоей жизни было больше огромнее. Я осуждаю максимально. Осуждаю максимально. Максимально осуждаю. Я такое терпеть не могу. Разъезжаете не в трезвом состоянии на Ани. Из-за вас пострадало 3 камня. Просим выйти из транспортного средства. Предъявите свои права и дуньте в трубочку. Вот это я понимаю. Валер, привет. Хочу рассказать тебе историю. Купил я себе на днях книгу. Черного цвета так. Книга. Она мне не понравилась, и я жёг эту черную книгу. Вот такая история вышла у меня с этой грёбаной. Я осуждаю! Я понимаю. Он ушел. Поехали. Негры-пидорасы. Да я максимально нахрен осуждаю. Достали. Не терпеть не могу такое, максимально нахрен осуждаю такие высказывания. Из чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно. Арианушка, здравствуй, спасибо большое, что я за 500, я, конечно, уважаю. Пока я говорю тост. Итак, спасибо большое за 500, Арианушка, большое. Мы сделаем с тобой 3 важных глотка. Первый, конечно же, за тебя. Давай, так. Валера, лоточек за это. Второй, за твоих родителей. Так. Еще так. Лоточек, Валерий. Ну и, конечно же, за наших любимых негров-пидорасов. Я максимально нахрен осуждаю за такие высказывания. Спасибо большое. Я максимально нахрен осуждаю такое бред. Да я осуждаю тебя максимально, сосино. Вот это я понимаю. Усатый, ну ты и актриса. У моего друга негра Олега сегодня... Я осуждаю максимально, все вон отсюда, если говорю максимально, не осуждаю, чертила тебя максимально, осуждаю. Самый лучший стример на свете. Надеюсь, у тебя будет меньше хейтеров и не будут донатить фигу. А вы, ребята, не обзывайте стримеров и ударя. Не будьте как негры-пидорасы. Что я максимально гипер-ультра осуждаю такие высказывания? Нахрен! Большущая, вот спасибо. Вот это я понимаю! Банька-парилка, ёбля и горилка. Водка и пивас. Негр-пидорас. Да пшёл ты вон, я тебе говорю, максимально нахрен осуждаю такие высказывания! Я максимально нахрен осуждаю. Я думал, этот час не настанет. Валерьян, поздравляю тебя с твоим днем рождения.
счастья, удачи и, самое главное, не грусти. Не грусти никогда. Я осуждаю максимально, не достал меня, я максимально осуждаю такие высказывания. Спасибо большое. Максимально нахрен осуждаю такие высказывания. Максимально нахрен осуждаю. Вот это я понимаю. С днем рождения. Сегодня выдам тебе пиковую масть. Почувствую себя нормальным человеком на один пиковая. День. Я смотрю, ты уже нахуярен предельно. Молодец, смысле? Валера. Если надо, я привезу тебе отборной травы. Кокаин закончился. Я осуждаю такие вещи и тебя осуждаю. Ты что, дура, что ли, такое писать? Максимально нахрен осуждаю. Дурак, что ли, совсем не доделанный. Максимально осуждаю такие высказывания донатера. Я осуждаю такие вещи, я против наркотиков! Потом Буба, да? Буба надо вот и... Вот это я понимаю! Давайте вместе дружно хором скажем негры пидорасы. Я максимально нахрен осуждаю. Дружно все скажут, что осуждают быдло. И здесь таких не приветствуют. Чертов галимых максимально нахрен осуждаю. Я просто терпеть, я тебе говорю, не могу такое. Максимально нахрен осуждаю. Спасибо большое. Черт подзаборный, максимально тебя устрица. Комнатная осуждаю. Пшел вон отсюда, чертильник. Я солибой. Спасибо большое. Вот это я понимаю. Спасибо большое. Малдив, привет. С днем рождения. Да я тебя осуждаю нахрен. Осуждаю максимально. Шоу вон отсюда. Вот это я понимаю. Про микрофон я спермо. Нет, не слышал. 250 не слышал. У меня блюете. И все. Я только им пользовался. И в принципе, ну, типа, просто популярный. Я, ну, обычно с микрофоном, обычным от наушников пользовался. Смотрите. Оп! Удалить. Ну чё это такое? Я за стеной был. Ну её реально удалить надо. Это чёрт просто, не маньяк. А это как? В каждом городе стране, в каждом городе силе, там где все навесили. Вот кайсовый, это отвертка. Сейчас старенькую ослепим. I dance to dance. Ну куда ты слепишь? Отстань от меня из-за тебя! Ханита, блин, испоганила мне топовое ослепление. Это я спас. Приветик, Валерий. Как у тебя дела? Надеюсь, что в свой день рождения ты по полной наслаждаешься стримом, конечно, чатом. Сейчас спасибо за поддержку.
через секунду у меня невозникновенная проблема. Душа моя. Да я пролил, блин. На коврик. Да, конечно, бом-бом-бом. Бом-бом-бом. Я думал, это час не настанет. Вкусный, очень вкусный, вообще вкусный. А этого что? А это? Это реально круто. А, спасибо ты еще, большое. Это реально круто. Валерчик, только сейчас добрался до дома. Хорошего тебе отдыха. И пожелать здоровья, счастья, успехов, да, в стриминге, да, и адекватных зрителей. Да. Спасибо тебе за твою творчество. Это тебе плюс спасибо, большущая. Спасибо тебе большущая. Ща, я не рассмотрел. Ща, деда, подождите, ща. Дейма, спасибо большущая тебе за... Тысячу! Большущая, вот спасибо. Вот это я понимаю. Я тебе высказывания. Шопу... Шашлык ты промайнула. Да, Стрелка после они. Уже раз 20 написала. Да я не видел. Я не видел. Я этого что? А это? Это реально круто. Сюда легко. Спасибо большое тебе, Гремлин, за 1028. Спасибо большое тебе, Кремлинг, за поддержку. Большое спасибо. Спасибо большое. Емерика, я не видел. Но я действительно не видел. Давай следующий стрелок будет, если что, чат. Блин, да как так заводят читаки? Ну реально читаки. Дед какой-то странный. А где дед? Все, дед, держись. Я думал, этот час не настанет. Валерий, ай. Поздравляю тебя с твоим днем. Ты уже почти год смотрел тебя. Каждый раз очень жду стрима. Научилась благодаря тебе многим штукам. Да, и просто ты очень веселый и добрый. Пусть это кстати, факт. А где дед? Дед читер? Он исчез. Спасибо, Хомка-гномка. Спасибо большое тебе за поддержку. Спасибо большое. Да никак! Где? Что происходит? Ну ты... Что происходит? Вот это я понимаю! Это полиция, отвеча. Вы разъезжаете не в трезвом состоянии на Ани. Из-за вас пострадало 3 камня. Просим выйти из транспортного средства. Сейчас не настанет. Переиграй Аннушку ПНЗ. В смысле, а почему? А спасибо, Гремлин, огромнейший тебе заплатил. Можно. А зачем? Жесткая же игра. А куда? Да, туалет. Да что за фигня должен стать?
На! Там читак. Я должен по нему был попадать. Легко! Перечитал чисто. Ага, погода. Как? Мешает что-то. Как? Ну, типа, я думал, этот час не настанет. Дорогая! Лопусти амнишки, пожалуйста. Как-то. А, спасибо большое. Конечно. Самым здоровым. Ты лучший. Вот это я понимаю. Валера, не могу перестать восхищаться тобой. Твоей выдержкой, упорством. Сколько же труда было вложено в этот стрим? Твоя аудитория просто супер. Желаю карьерного роста в стримерстве. Давай поднимем бокальчик за твой труд. Ты лучший. Вот это я понимаю. Валерусик, с днем рождения, пей побольше сока, там много витаминов. Мы смотрим тебя 1-5 года. Можешь передать привет США из Серпухова и Анастасии Сейзомск. Саша из Серпухова. Привет, привет. И Анастасия из Омска. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Вам привет от Фекалиса. От Фекалиса привет, Анастасия и Саша. Привет, привет. Спасибо за поддержку. Осуждаю. Да. Ты чё за баги, блин?